Вальс, полька, полонез. Сосногорские кадеты побывали на кремлевском благотворительном кадетском балу. Кадеты из 84 регионов страны кружились в танце в стенах гостиного двора Москвы. Нашу республику на балу представляли учащиеся 11 класса кадетской школы Сосногорска Дарья Козлова и Игорь Рыбец. Помимо бала участников ждала большая культурная программа. Они посетили музей военного костюма и международную выставку-форум «Россия на ВДНХ».